купаться в воде? Да. Мокрая там. Давайте вам дам. Давай. О! Давай. Давайте, помоги Даньке. Я думаю, ее долго для собак какой-то принялил. Воду проверил, у всех вода есть. Че босиком ходишь? Там давно уже было. Я сейчас придешь, покажешь. Все как обычно. Заходи, заходи. Так, ко мне, мама, подойди. Чья мама? Чья мама? Мама какая? Полина. Гнездочко. Гнездо через границу вести? Ты думаешь, я... Смотри еще. Я хочу сфотографировать, подождите. Впервые такой, вот она, видишь, вот здесь вот эта виходка была перегнутая. И она на ней свела, прилепила, и вот яйца, ты видишь, три яйца, глянь какой, и все, бросили, не стали, они поняли, что яйца спеклись. Так, подождите, вот без сушки. Так, мама, разрешишь ее вести с собой? Как? Не знаю как. Вот это вот ватка, яйца, ватка, надо ватушку какую-то положить. Не-не-не. Как, а это в целлофан завернуть? Не-не-не, нам через таможню столько везти. Коробочки, а ты на таможне скажи. На таможне не пропустят яйца. Ну, я тебе говорил, дарю. Маленькую коробочку найдем. Не-не. Ты пока где-то найди такое место, чтобы не расколотить их. Полечка, не надейся. Да потому, ты даже не знаешь, как люди привозят. Священник говорит, я, говорит, ехал, у меня, говорит, голуби там спрятаны были где-то, нельзя вести-то. Проснулся, а продавщица говорит, а тут голуби летают по вагону, щи. Я, говорит, и скорее переловил. Люди идут на все, чтобы привезти какие-то экзотические там крокодилов или еще. Глянь, какие яйца. Видишь, как они слепили ее, прилепили. Ну, в предбаннике вывели, предбаннике, а в бане самой это уже никак нельзя было. Мы баню-то топили. Видишь, как она грязь вот, со слюнами. Смотри, как она делает, как... смотри, как она... Все, это уплела, видишь? А тут пушиночки. Сварились они там, сварились. Ну, конечно. Они сейчас в другом месте уже начинают видеть. Они сведут. Помоги ей. Я ей коробочку маленькую постараюсь найти. Коробочку ватой обложить. Она довезет. Даже девушка еще. Так ей есть что показать будет. Где? Ну, в Сибири, в бане. Хорошо. И главное, виходка прилиплена здесь. Виходка, посмотри. А что это такое? Для чего? Мочалка. Она мочалка. 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 Не трогать. Она на ней была. Я отстриг ножницами. Там веревочки. Она за веревочки зацепилась. Так, я ушел. Все. Коробочку не забудьте, ребенку. Ну, спасибо, Христос. Потому что я даже сейчас, куда я положу? Обязательно сделаем. Мы сделаем коробочку. Я ее сверну так, она тогда положит. Какая-то. Ладно. А пока что держи, пока я надеюсь, что не все. А туда всяких тряпочек натолкать вокруг. Так что делать? Можно взять их? Сейчас сохранить его. Давайте. Вон, подойди, Кинай. Ласточинные яйца попробуем. Я это же никто не трогал. Коробочку, ну, коробочку мне надо найти. Давай, пошли, мама, коробочку едет, да? Пока не да, конечно. Яйца там есть. О, ну чем не коробка тянет, да? Да, если такую коробку тянуть, надо будет ее или обрезать, или что-то. Стой, аккуратно. Вот так нормально, самый раз ты будешь. Яички. Ну а что, можно обрезать и просить? Знаете, хочу обрезать, что сделаем. Надо показать ее куда-то. А ему приятно сделать, нам приятное, Володя. Да. Да. В виде коробочки для гнездочка.
В школу принесу, всем буду. Пока. И у кого точно не будет, мы не будем вас побудить. Смотрите, смотрите. Да, возит сено чуками. Да он за рулем. Да кто его знает. Слава Богу за все. Давай.